Вот это да! Вода подгреблась к самому ресторанчику. Еще немного, и он затопится. Озеро какое стало полноводное. Вода прямо у самого бордюрчика. Ресторанчик затопило. Вон там вода в нем. Шторы, все затопило. Вот это да. Весь этот ресторанчик, прям вода заходит вот сюда, вот так вот. Вот это да! Нынче не речка выходит из берегов, а озеро. Вот оно где уже. Никогда такого не было, чтобы озеро подступило вот к этому бордюрчику. Все раздевалочки в воде. Вот это да. Ой, какое озеро. Сильно разлилась. Грунтовые воды поднялись. Да, я даже видела, что во многих подвалах вода, причем дома стоят выше улицы Ленина, грунтовые воды, видимо, поднялись. Вот о чем я говорю, что мусорный полигон не должен строиться близко к горячему ключу. Все говорят, он далеко. Да нет, он на границе. На границе Горячо-Ключевской. Горячо-Ключевского района. И Белореченского. Горячо-Ключевского района и Белореченского. А это ведь все грунтовые воды. Вот они. Вот они. Все связано. И если мусорный полигон будет, то и какая у нас тут будет вода-то? Она не питьевая будет вообще, она сейчас-то не питьевая. Но та целебная вода, я имею в виду, ее тоже будет нарушение свойства воды. В каком? В сером здании. Я ее вытащила 3 дня назад, и она теперь ходит за мной. Вот это белая? Да. Вот, она как она туда залезла-то? А вот не знаю, может кто-то просто... Она так кричала, я думала, женщина кричит. Не гав-гав, не ру, а знаете, вот так... Я думала, женщина кто-то насильно ты ее зовет. Как она туда залезла? Под самой завязкой, минут, то есть сантиметр 15-20. Вот как грунтовые воды-то поднялись, да, сильно. Да.
озеро затопило. Мы огородили, упаковали плитку в бетон. И со всех улиц вывели трубы в озеро. Со всех улиц трубы в озеро? Ой, даже не верится, что 8 градусов тепла, холодина. У меня руки замерзли. Ой, даже не верится, что на дворе 10 градусов тепла. Я замерзла. У меня руки окоченели. 10 градусов, ничего себе. Нет, я не верю.